Сегодня в Брестской санаторной школе-интернате находится 240 учащихся. Здесь им оказывается качественная лечебно-реабилитационная помощь, которая хорошо совмещается с учебным процессом. День распланирован буквально по минутам, поэтому скучать не приходится. Для таких особенных ребят разработаны специальные кабинеты, в которых занимаются подростки сидя либо лежа. Все зависит от вида деятельности. Учебный план в нашем учреждении точно такой, как в любой средней, в любой общеобразовательной школе. То есть количество предметов такое же. Единственное, что отличает нашу школу от, допустим, любой городской или сельской школы, это то, что у нас нет факультативных занятий. Все-таки школа санаторная. И связано это с тем, чтобы не было перегрузки учащихся. Занятиям физической культурой в школе-интернате отводится особое внимание, порядка 7 часов в день. Поэтому тренажерный зал – лучший друг воспитанников. Здесь ребята не только качают мышцы, но и укрепляют организм, тем самым формируют свое здоровье. Немалую роль в желании вести здоровый образ жизни играют мотивации. Для этого в школе созданы все условия. Оборудованные стенды и уютные залы уже приняли своих гостей. Кроме занятий в тренажерных залах, важную роль играют гимнастические упражнения. Каждый комплекс разрабатывается индивидуально, с учетом физических особенностей ребят. Индивидуально разрабатывается программа в зависимости от степени деформации, от ее локализации для каждого ребенка. И при разгрузке позвоночника выполняется на уроках лечебной физкультуры и лечебного плавания, индивидуальная программа. На уроках адаптивной физкультуры выполняются по программе физической подготовки, общешкольной практически, и нарабатываются двигательные навыки. 2013-2014 учебный год стал праздничным для школы-интерната. В первый день сентября здесь открылся новый спальный корпус на 180 мест. Возведение трехэтажного здания началось в 2012 году. Средства на его строительство были выделены из областного бюджета. Сегодня здесь созданы все условия для обучения и проживания. Теплые и уютные комнаты, просторные коридоры и новая мебель благоприятно сказываются на оздоровлении ребят. Им здесь очень нравится, уже обжились, почти как дома. Я здесь первый год, мне вроде бы так все нравится. И режимы школы нравится, что не надо через улицу ходить в школу, чисто так приходить в комнаты, вообще сразу понравилось, как зашли так. Родителям необходимо ответственно подходить к здоровью своих детей, следить за всеми изменениями растущего организма. Правильная осанка входит в число приоритетов. При обнаружении проблем следует незамедлительно обращаться к специалистам, которые профессионально помогут их решить. Процесс, в некоторых случаях долгий, требует стационарного лечения в специализированных учреждениях, таких как Брестская санаторная школа-интернат. Здесь проведут эффективную реабилитацию и обеспечат полноценный образовательный процесс.